На сглазки. А ты это? О, да, открывается. На свет его. 12-й день. Уже открываем глазки. Вот я какой барбос. Весим уже сколько? 250 грамм. 250 грамм насосали с мамки. Нет, точнее, 120 где-то он родился. 110. 110. Остальное мы накушали. О, покажи его, глазастого-то нашего. Не знаю. Да, я посмотрю на этого глазастика еще сам. Ну-ка. Чуть-чуть глазки открылись. Скоро вытаращится. Да, на 12-й день. Да, реально глазки видны. Ай, как мы зеваем. Дай карапузу сюда. Вон какой мы карапузы. Вон какой я. Вон какой я. Красавелла. Хоть морду ему полежу, да? Кто там на кухне что готовит? Надо бежать попрошайничать. Свою еду-то мы не едим. Не хотим. Кто-то что-то вкусное готовит. Ну, вылазь. Вылазь, вылазь. О. Ничего с ним не будет, сытый он. Нет, надо его охранять. Ну, если надо, значит охраняй. Погладишь его по головке, да? Что ты хочешь? Выходи. Или заходи. Я тебя не пойму, что ты хочешь. Бабочка. Ты чего переживаешь-то? Лягу я. Пусть он меня кушает. Кушает. Слово знакомое. Да? Ты знаешь это слово. Здесь оно у нас живет. Постелили специально коврик пененный, чтобы сидеть тут на коленках с ней. Уже устали сидеть, просто так колени болят. Сейчас на коврике сами сидим. Наблюдаем, как растет колопуц такой. Вот, чавкать начал. Присосался, значит. Вот так-то готовишься. Себе готовишь подстилку. Им тазики с подстилками. По-другому обалдеешь тут стоять на полу, на коленках. Вот такой у нас получается 12-й день. Набрали мы 250 грамм, глазки чуть-чуть
ну, открылись, приоткрылись, проклюнулись, как угодно можно назвать. В общем, я так думаю, завтра вообще вытрощится. Ну, все, на этом я заканчиваю сегодняшнее видео. Пусть растет большой, здоровенький. И мамке здоровья побольше. Да, бочка, давай. Пока на сегодня.